На стадионе «Спартак» состоялось мероприятие по выполнению нормативов ГТО. Многие участники показали высокий уровень физической подготовки и выполнили нормативы на золотой, серебряный и бронзовый знаки отличия, которые приносят дополнительные баллы при поступлении в вузы. Вставай, с первыми лучами вставай, мир ты для меня открывай. А я напоминаю, что спонсор выпуска новостей – ресторанно-гостиничный комплекс «Беладжо». Все лучшее в одном месте. Ресторанно-гостиничный комплекс «Беладжо». К вашим услугам роскошный банкетный зал на 240 человек, европейская и кавказская кухни, радушие и гостеприимство – все это ждет вас в «Беладжо». «Беладжо» – это место, куда хочется возвращаться вновь и вновь. Анапа, улица Ленина, 216.